Ես Միշի Գուրգենի, Միշա Գուրգենի Գրիգորյանս, вот сейчас живу в Ханкенде, Карабахе, Степанакерте. У меня все в порядке. Я хожу без охраны, без ничего. Ну, правильно, все меня знают, Миша. И все меня любят. Здесь нас хорошо кормят. Здесь, не знаю, как сказать, как я им родной брат. Всем. Азербайджанцам я как их родной брат. Каждый день, не знаю, они приглашают на самую хорошую место Карабах. И если вы кто-то говорит, что Мишу руки или чего-нибудь там отрезали, по-моему, видите мои руки, ноги, живое тело сохраните. Я без охраны хожу. Меня никто не охраняет. Но если я вот, скажем, иду за город, там, ну, поста выхожу, там, Балуджу или куда-то, тогда уже меня сопровождают. А здесь, в Ханкенде, ничего нету. А вас, армянам и азербайджанцам, прошу, живите дружно, любите друг друга. Я потом еще один интервью дам, кто меня снимает, чего, к чему. Наш карабахский парень, Ханкенде.